В день памяти Валерия Чкалова в Сормове установили информационную доску самолета Чкалова. На ней изображено 20 самолетов, которыми управлял летчик. Это И-14, Ан-25, Су-2. Стенд находится рядом с памятником Чкалова на улице Землячки, около дома, где жил его отец. Символично, что именно здесь появился первый в стране памятник герою. Его поставили в 1939 году, через год после его гибели, 15 декабря 1938 года. Инициаторы поставить новый информационный стенд – бывшие воспитанники туристического велоклуба «Русланчик».